Приветственные слова и награждения победителей конкурса, очередная, пятая по счету акция большого профилактического проекта «Здоровый город» в микрорайоне Ковалева стартовала с самого утра. В программе инициативы не один пункт «Важно успеть все за годы реализации», а старт был дан в 2014-м в вопросах здоровья сбережения жителей. Этой административной единице Бреста удалось достичь положительных результатов. Сегодня у нас юбилейная пятая акция проводится в рамках реализации проекта «Здоровый город» в микрорайоне Ковалева. Это проект, он реализуется вообще на постоянной основе, то есть проводятся различные мероприятия профилактической направленности, но каждый год на Грибном канале мы такое широкомасштабное мероприятие проводим для населения микрорайона. И каждый год выбирается определенное направление. Если в том году, допустим, мы посвятили больше детям, школьникам, их здоровью и профилактике, буквально 4 блока таких мероприятий провели, то в этом году у нас направленность больше на трудоспособное население, на лиц пожилого возраста. Акция включала в себя традиционный прием врачей, диагностические исследования, лекцию специалиста по профилактике болезней сердечно-сосудистой системы, а также выставку-продажу продуктов и товаров, которые имеют непосредственное отношение к здоровому образу жизни. Есть все-таки такие факторы риска, как курение, повышенное артериальное давление, повышенная масса тела, повышенное употребление поваренной соли, сниженная физическая активность. Все вот эти вот факторы риска, если ими не заниматься, если не влиять на них, то они, конечно, приведут к хроническим заболеваниям, а они к укорочению жизни жителей нашего региона. Хочется отметить, что есть у нас такая программа, да, «Здоровье народа, демографическая безопасность», там есть один показатель – средняя продолжительность жизни. Так вот, за период уже существования данной программы, такой индикативный показатель, за 2017 год он составил 75,6. Это очень хорошо уже. И я еще раз подчеркиваю, такие акции, они приносят только пользу. По словам участников, подобное мероприятие – удачная находка. Близость к дому, выходной день и широкий диапазон предлагаемых услуг и товаров – все это делает инициативу продуктивной. Многие на акции не в первый раз приходили, и семьи в полном составе. Конечно, интересно очень. Интересно посмотреть, послушать то, что говорят, посмотреть по здоровому питанию, пройти врачей. В общем, я считаю, что это мероприятие достойно тому, чтобы ему быть. В поликлинику мы не всегда ходим. Идем только тогда, когда что-то болит, правильно? А так вроде бы совместили полезное с приятным. Инициатива полюбилась и организаторам, и горожанам. Она приносит результат. Увеличилось число лиц, которые за здоровый образ жизни. Возросла физическая активность населения. Снизились показатели табакокурения и употребления алкогольных напитков. Меньше стало проблем с избыточным и лишним весом. А значит, есть все основания полагать, что продолжению проекта быть. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.